Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет обмен таких интересных журналов, как «Гарри Поттер и волшебный мир», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Мир юрского периода 2», «Стойный дом Винкс» и «Король Лев». У меня нет куча обменов, несколько обменов. И давайте первый откроем. Обменивалась с другой стороны. Ну, там мне немножко повредили, конечно, упаковочку. Любители они это делать. Здесь одни спецы из «Гарри Поттера и Орден Феникса». И давайте посмотрим, какие же мне тут нас обменяли хорошенькие, интересные наклеечки. Здесь у нас из плаката. Вот такой, кажется, кентавр. Тут у нас Джинни, Палумна и Гермиона. Не хватало. Тут сейчас я сделаю так, чтобы было именно с первой. Посмотрите, как сделано. Тут почти что все вот такие именно блестящие, с блестками. Они уже какие-то немножко бракованные и пригибаются во всю рамки. Рамки сами неровные сделаны. И, кажется, сыпется немножечко. А нет, вру, не сыпется. Но мне вот таких почти что всех не хватает. Именно с этими блестками. Вот, наконец-то мне посчастливилось обменяться с коллекционером, которого они были. Тут глаз и Нифадора, Сириус, то есть, все время кто-то ее. Такая половиночка туннеля. Долорес, наш любимый. Палумна. Северус это уже. Гарри. Дамблдор. Ну и так все уже знают, кто это. Гарри. Белатриса и Волан-де-Морт. Думала, есть такой потреб, не знаю, это вот так сделано, но тут это не брак, если что. Тут потому что сплошное, то было бы число с ББС осорено какие-нибудь. Ну, такое. Следующий, давайте письмо откроем. Музей Скрябина. Тут у нас король лев. Вот такая обыкновенная наклеечка. Но они очень такие рычащие наклеечки. Ну, такой маленький Симбочка. Ты посмотрите, какой хорошенький. Ой, обнимашечки. Но это не Симба снова. Это, кажется, уже Муфаса со своей женой. Так, следующая обменялась в нашем городе. На мир юрского периода. Клёво. Тут девочка. Я уже давно смотрела эту вторую часть, уже не помню. Динозавр. Глаз динозавра. Ну так правильно. Ой, как там тебя зовут? Ты Чек, что ли, в этом фильме? Ой, еще одна. И вот такие переливалки. Это, кажется, у нас морской или нет, вру. Динозавр. О, наш любимый динозавр. Жутко, зачем мы его только сняли? То, что вот в этом плане. Не будем спойлерить и не будем говорить. Бежит. Убегает. Ну, не все такие в этом плане.
А вот да. Вблизи, дали, вблизи, дали. А, точно этот. Москвизавр, что тут вроде его зовут. Так, следующее письмо. Тут у меня наклеечки 101 далматинец. Одни половинки, если что. Ну, 101 далматинец все-таки обалденный мультик. О, самый, наверное, любимый эпизодик многих детишек. Так, и последнее письмо. Полагаю, Вишенский кафедральный собор. Воронеж. Котенок с улицы Казакова. Так. Как бы его подбирать так, чтобы не задеть ни наклеечки, ни рисуночки. Так. А нет ли у меня тебя? А вроде нету со мной. Так. Вот и такими наклеечками. Скажешь, уж не откроешь. Тут такая специалочка. Сам последний. Почти. И вот такая простая. Из волшебного мира. Нарахнет. И давайте наконец-то вклеим. Так, давайте вклеим в мир юрского периода. Все, наклеили, следующий. Так, все, наклеили наконец-то. Следующий. Так, все, наконец-то наклеили. Осталось найти в ней около 60 или 70 наклеечек, но я наполовину уже поменялась. Или нет, вру. 40 или 30. Но я же на них уже поменялась. Останется только спицы найти. Пару штук спицов останется найти. Ничего страшного, найдутся. Так, следующее. Кто один далматинец? Уже есть, к сожалению. О, как жалко. Ничего страшного, можно будет поменяться. Так, все. Здесь осталось на около 60.
Все. Лена. Здесь останется натек колодин, стена, клейчик. Ладно, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели мои дети. Пока. Bye-bye.